Бонжур. Державин. Очень приятно. Александр Анатольевич, ау. Дожили. Так. Вот зарубежная утренняя почта. Что это вдруг? Ну как же, молодежный праздник. А я тут при чем? Вы же бывшая молодежь. А, откуда? Из Бермудского треугольника открыточка. Да, с видами? Нет, со словами. Ну, читайте. Почему я-то? Я вяло знаю бермудский язык. А я твердо знаю только его мелодику. Ну, напойте. Понятно, дальше. Пошли расспросить. А это что такое, реставрация? Да нет, это ваш портрет. Да? Это же пустое место. Ну, таким вас видит художник, Михаил Николаевич. А, по-моему, это ваш портрет. И на нем вы производите интеллигентное впечатление. Хотя в жизни же неплохой человек. Да, кому много дано. Вот того чаще занимают. Это намек? Напоминание. Хорошо, заработал. Не устал? Нет, немножко запыхался. Горячечка есть, да?
Так, вот, кстати, письмо в футболе. Менсана инкорпора сана. Омне мэме кумпорта. Год лицит йови, нон лицит бови. Красиво? Красиво. Это откуда? Римлянин. Древний? Да уж не молодой, коль по латыни-то пишет. Да, письмо с родины чемпионов мира по футболу. Да, профессиональный тифози. Больной? Болельщик. Да, но у них проблем с футболом нет. А что, у нас какие проблемы? Как у нас какие проблемы? У нас были проблемы, когда мы хотели, чтобы наш футбол был на уровне нашего хоккея. Да. Теперь наш хоккей стал на уровне нашего футбола, и проблемы ушли. А что он хочет? Он хочет посмотреть наши тренировки. Что, мою? Вашу он уже видел. Он хотел настоящую. Покажем? Покажем. Кумиров на руках уносят с матчей, а я всегда пешком ходил домой. Но то, что я плохой спортсмен, не значит, что я и тренер обязательно плохой. Если ты хочешь стать чемпионом, только этой цели держись. Спорт не кончается на стадионе, спорт — это вся жизнь. Я улучшаю свою подготовку сегодня опять, как вчера. На завтрак разминка, в обед тренировка, на ужин игра. У спорта очень строгие законы, они не церемонятся с тобой. Если ты не станешь чемпионом, им непременно будет кто-нибудь другой. Если ты хочешь стать чемпионом, только этой цели держись. Спорт не кончается на стадионе, спорт — это вся жизнь. Я улучшаю свою подготовку сегодня опять, как вчера. На завтрак разминка, в обед тренировка, на ужин игра. Конечно, бронза тоже что-то значит, но выше пробы нужен нам металл. Пусть на руках других уносят с матча, а я готов пешком зайти на пьедестал. Если ты хочешь стать чемпионом, только этой цели держись. Спорт не кончается на стадионе, спорт — это вся жизнь. И мы улучшаем свою подготовку сегодня опять, как вчера. На завтрак разминка, в обед тренировка, на ужин игра. Сегодня опять, как вчера. На завтрак разминка, в обед тренировка, на ужин игра. Так, добрели. Что дальше? Вот я вижу. Симпатичная открытка. Так. А, j'ai trop pensé le quai de ma enfant. Et trop pipapon, кеке, сутулен, петру, бон. J'ai trop mis enfant, дядя Шура. Et Michel, trop pipapon, c'est que trop pipapon. Почему-то я дядя, а вы Мишель. Но им виднее. И trop mis foncé le quai. То есть в Париже, что ли? Нет. Это детский садик номер 4 на французском языке. Trop mis foncé le quai de ma enfant, je sais que trop pipapon. А у них довольно чистое произношение. Да. Что хотят? Нет, они ничего не хотят. Они приглашают нас в гости. Дети? Да. Я с удовольствием. Дети? Wow.
москвичи. Говорят, что москвичи спят зимою, спят зимою на печи. Это правда? Правда это. Мы гуляем только летом, а зимою дружно лечь, а зимою дружно лечь. Все обязаны на печь, все обязаны на печь. Слышала еще о факте, слышала еще о факте, что в столице носят лапти. Это правда? Правда это. Сообщаю по секрету, забираю всех людей, кто выходит без лаптей, кто выходит без лаптей. Говорили мне соседи, ходят бродят в городе медведи. Это правда? Правда это. Из-за них не видно света. Опа, все должны смотреть, опа, все должны смотреть. А не то сожрет медведь, а не то сожрет медведь. Вообще у нас в Москве ходят все на голове. И дома у нас подряд вверх тормашками стоят. Ты поверил в этот бред? Нет, нет, нет. Александр Владимирович, вот мне прислали путеводитель. Почему? Почему мне? Нет, почему путеводитель? Да потому что я... Да нет, почему путеводитель? А, по празднику. Куда пойдем? Давайте откроем наугад. Давайте. Цирк. Цирк не пойдем, там неприятность. А что случилось? Украли 10-метрового удава. То ищут? 4 метра уже нашли. Остальные 6 приползли сами. Шучу. Ничего не нашли. Цирк, цирк, просто цирк, мы споем частушки по отдельным воробьям, дарим мы из пушки. Цирк, цирк, просто цирк, мы споем частушки, потому что воробьи это не игрушки. Потому что воробьи это не игрушки. Цирк, цирк, в доме цирк, это что за мода на 2 брака по любви, целых 3 развода. Целых 3 развода. Цирк, цирк, урожай слив и помидоров, присылайте докторов и еще членкоров. Цирк, цирк, меньше слов, больше витаминов. Громче вести из полей и из магазинов. Громче вести из полей и из магазинов. Что за цирк? Празднуем победу. Вани изобрели по велосипеду. Вани изобрели по велосипеду. Цирк, цирк, телецирк, трюки, трюки, трюки. Это чтобы кинескоп не сгорел со скуки. Цирк, цирк, вот и все наши нескладушки. Меньше будем на троих, только пить частушки. Меньше будем на троих, только пить частушки. Общий свет! Стань в кадр! Все напряглись, полное внимание!
Выше головку, чуть-чуть подальше. Хорошо, на него чуть-чуть отсюда. 707-й ниже получил. Давайте работать! Так, хорошо, улыбочка обаятельнее. Сюда ручку на сердце. Запел! Умница, хорошо! Ушел! Почему? Ушел! Подъехал итальянец. Отметьте это место. Pianeti che cadono giù, stelle, noi non ci perderemo mai. Compagnia, vecchia mia, siamo buona poesia, siamo il centro di una vita che rotola via. E sarà, e saremo, e chissà, tutto qui cambierà, forse tutto, ma no, io e te. Vanno via di chissà che diavoli. E noi se vuoi, razza di chi poi si innamora, anche sopra una polveriera, via dalla gente che dispera. E poi, notti che andranno a meraviglia, insieme lontani mille miglia, non saremo soli. Интересная открыточка. Quantide de sisto, se qua papa parto, se non chiedete se tanto si... Это сол, и сеньора ширвенте гуамантуре де си камарадос державен. Почему это я сеньора, вы камарада? Ну, им виднее. Quantide de sisto, se papa бачо, се кампатус. Вообще-то я недавно там был, но пойдем. Александр Анатольевич, первое действие не очень, Михаил Михайлович. Если первое действие плохое, это еще не значит, что второе будет лучше. Михаил Михайлович, да. Если в первом действии на сцене висит ружье, то с третьего надо уходить. Логично. Михаил Михайлович, а что-нибудь такое резкое, настоящее, проблемное в адрес положения дел в родном, своем театре сказать не могли бы? А почему я? Потому что мне еще там работать. Это намек? Нет, напоминание. Thank you.
залу тишина, только свет в глаза, лица в париках и масках, а душа в слезах, все игра и буфонада, розыгрыш не ложь, крики «Браво!» из галерки, тишина и ложь. Смейтесь в театре, плачьте в театре, театр — это правда, театр — это праздник. Смейтесь в театре, плачьте в театре, театр — это правда, театр — это праздник. Взрыв страсти, любовный шепот в полной тишине, розы без шипов, шипы без роз, всерьез вполне, если даже против, это значит тоже за. Лицедейское искусство, но не перед глаза. Смейтесь в театре, плачьте в театре, театр это правда, театр это праздник. Смейтесь в театре, плачьте в театре, театр это правда. Бывает, как должно быть, быть или не быть, чаша жизни, из которой суждено нам пить, взлет души, победа правды и добра над злом. Здесь, в театре, сотни жизней мы переживем. Смейтесь в театре, плачьте в театре, театр — это правда, театр — это праздник. Смейтесь в театре, плачьте в театре, театр — это правда. Письмо из города Зарубежинска. А, иностранцы. Чего вы волнуетесь, Михаил Михайлович? Вот. Вы кверх тормашками читаете. А, как это можно обойти всю Москву за 30 минут? Ведь протяженность ее улиц составляет 4900 километров. Но можно ходить переулками. А, да, но кое-где мы все-таки побывали. В театре побывали. Хотя хотелось посмотреть что-нибудь серьезное. Допустим, Шекспир и 12-ю ночь. 11-ю вы уже видели. Вы меня не перебиваете. На стадионе мы побывали. Хотя хотелось, в общем, как-то с ветерком сегодня пробежаться. Самому с ветерком не стыдно в вашем возрасте. А чего стыдиться? Иногда, чтобы обратить на себя внимание, можно прийти к финишу и последним. Uh-huh. Хотелось побывать сегодня на настоящей программе в цирке. Ну, а цирке я бы на вашем месте вообще не вспоминал. Не перебивайте. И, в общем, друзья, мне хотелось бы как-то сегодня с вами. Михаил Михайлович. И чтобы я как-то с вами. Михаил Михайлович. И даже пусть Александр Анатольевич с нами. Михаил Михайлович, как-то какая вот у вас странная привычка говорить, когда мы... Thank you.
все сложилось в нашей жизни и судьбе. Нужно нам построже быть к самим себе. Нужно нам самим быть выше ноты ссор и суеты. Не стесняться доброты и верить в мечты. Михаил Михайлович, понравилась вам экскурсия? Да как вам сказать? Мне, знаете, тоже. Ну, тогда, аревуар. Ширвинд. Было очень приятно.